Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Если забыл или поленился почистить автомобиль от снега перед поездкой, то можно получить штраф, напоминают юристы. Взыскание в 500 рублей будет грозить за нечитаемые номера, когда на расстоянии до 20 метров нельзя различить хотя бы одну букву или цифру. Кроме того, такой же штраф предусмотрен за неочищенные внешние световые приборы и светоотражатели. Ну а если инспектор заподозрит шофера в умышленном сокрытии номера с помощью снега, то речь может идти о штрафе 5000 или лишении прав. Трасса 101. В Казани начали активно применять новый вид наказания для водителей, которые не оплачивают платную муниципальную парковку. Речь идет об установке блокираторов на колеса. На лобовом стекле таких машин сотрудники администрации оставляют памятку с номером телефона колл-центра, куда следует обратиться. Минимальный штраф – 2500 рублей. Шансы сломать блокираторы, конечно, есть, но без специального инструмента это сделать сложно. Трасса 101. Компания Nissan начала принимать заказы на Pathfinder нового поколения. Цены на внедорожник стартуют с нескромных 4 285 тысяч рублей. За топовую версию придется заплатить минимум почти 5 миллионов. Машину оснастили прежним бензиновым шестицилиндровым мотором объемом 3,5 литра мощностью почти 300 лошадей. А вот на смену вариатору пришел 9-ступенчатый автомат. В базе, в частности, предусмотрены диодная оптика, трехзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, руля и сидений. Трасса 101. История, напомнившая анекдот о 15 пассажирах в Запорожце, один из которых еще и на гармошке играл. В Татарстане на днях сотрудники ДПС остановили Рено Каптюр, в котором кроме водителя находились 8 человек, включая детей. Часть из них расположилась в багажнике. У гаишников сразу же возникли подозрения, что шофер находится в состоянии опьянения. Дуть в трубочку он отказался. Досталось рулевому, надо сказать, по полной. И за отсутствие прав, и за проблемы с регистрацией машины, и за неправильную перевозку детей, а вдобавок еще и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Трасса 101. В мире набирает обороты движение противников электромобилей. Эти люди считают идею массового внедрения электрического транспорта заблуждением. Дескать, к оздоровлению планеты это не приведет. К примеру, потому что производство аккумуляторов, да и сами аккумуляторы сильно загрязняют окружающую среду. Альтернатива видится в модернизации двигателя внутреннего сгорания. Одна из зарубежных компаний как раз заявила о создании мотора, который может работать на нескольких видах топлива, включая водород и природный газ. Главная фишка такого агрегата в том, что у него не одна камера сгорания. При этом двигатель весит всего лишь пуд и развивает мощность 160 лошадиных сил. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.